То, что ты меня не бьешь, это в принципе бьешь на мозг. Хуже не стало, но ты опускаешь, когда бьешь на камеру. Это еще аккуратно. Нет, дрючит постоянно. Что, вперед! Знаете, что вы обвиняну видели? Урывками. Не класс. Я бы не сказала. Вот сейчас наш кинфайдер скинет. Ой, блядь. Там по очкам, по-моему, отдали. Ну да, реально, вот я... 2-1, по-моему. Ой, молодец, Папа. Задняя ручка, Жош. Посмотрим, что здесь. Эй! Левая ручка в разрез. Ну, что все делать? Попала раз в тревогу, значит, побьешь хайдру и заворачиваешь голень сверху. Я тоже думаю, ты видишь, не такой человек, что просто закидываешь, ложишь что-то еще и все. А чтобы так вот акцентированно пробить, ну, что тут пока в одну калитку не смотришь. По кому желать? Дергай сам. Пора дорабатывать. Он там, ну, еще смотри, что у меня, когда бьешь коленями, бьешь куда-то непонятно куда. Один раз вот коленом сюда вот в грудь бьешь. Ты ее согнула и бьешь, отпускаешь, но нужно держать. Можно бить два колена, один в грудь, допустим, туловище, другой в голову резко. Можно ниже. Нет, ошибки есть, но немного. Да. А кстати, это самое. Отлично! Беги! Она просто тупо рубала. Она мне всадила пару раз в нос. Подбородок у нас, это нормально. Поэтому у меня нос, наверное, пошел. Можно сказать. Вот. Там, так, чтобы он явно плакал, а там такого не было. Но голову надо было раза три. Если ты знаешь, блин, попасть в него. Просто я знаю, как даже сочно, да? Сколько ударов? 3-4. Да, да, да. Ну, тут смотри, не плавает, не плавает. Молодец, Руслан, умничка. Давай, ломай, ломай. Че? Он твой. Сборно уже. Давай, давай, давай. Гордон не понял вообще. Руки, нога, средняя дистанция. Давай, Руслан. Ну, в принципе, он контур тебе дает. Бой выиграет раунд, а контур тебе дает. Лететь! Если третий сдохнет, мог и не отдать, вполне. А за что такое Руданин? Начинай сам, Николай! Что, серийно?
Пока он не пролезет никуда серьезно, потому что там полноценно хотел. Года 3-4 никаких шансов. А потом, да, они уйдут скоро. Бля, пропусти. Забери. Победителя города, Александр Николаевич Руслан,